Ребят, мы сейчас присутствуем просто на историческом буквально событии. Это Worship Night с участием Сина Фаучи, который является worship-лидером, одним из worship-лидеров Bethel Church. И я хочу показать, какие люди здесь за сценой собираются до начала мероприятия. Только что познакомилась, видите, это пастор и его жена с Destiny Church, люди, которые не закрыли у нас в Сакраменто свою церковь. Син где-то здесь был, готовится к началу. Вот, это сенатор Шеннон Гроув, просто удивительная женщина, которая отстаивает Калифорнию и боролась против педофильного закона 145. Она самый такой настоящий боец, республиканка, христианка. Это, кстати, классный фотограф с хорошим чувством юмора. Так, все, Син уже должен начинать. Так, сейчас вы увидите, я вам покажу, сколько здесь людей собралось. Так, сейчас буквально секундочку. Так, сейчас, дорогие, уже все готовы. Здесь это сцена, закрытая территория, здесь security только. They already came to get it. They said they were going to get it. I need it on you. This like girl, she's supposed to come back. She said she will check it. Then I need to have you on the other side of the gate until she brings it, okay? Okay, okay. Miss? Yeah, let me see where it's... Do you have your wristband? We don't have any more, I'm so sorry. Okay. And we're keeping all... There's only one guy, that's two guys that will be camera back here. Okay, like, I, none of us can all be back here. Так, сейчас я вам покажу с этой стороны. Надо пойти, потому что здесь будет съемка идти. Я тогда уйду на ту сторону и покажу вам вот это за сцены, как все готовятся. Сколько людей там? Реально очень много. Сейчас я, наверное, уйду. Как мне отсюда выйти? Сейчас я пойму. Реально очень-очень много людей. Так, собирается. Смотрите. Guys, can we get you on this side? Thank you. Так, ребят, сейчас я вам пройду. I'd love to see your flag on the other side, though, brother. Now, I'm not pushing you out, just away from this side. Сейчас я вам покажу другую сторону. Сейчас я покажу вам, сколько людей здесь собралось, сколько людей пришло. Так, сейчас, дорогие. Буквально секундочку. Кстати, этот человек, Син Феуч, несмотря на все запреты губернатора, не собираться в церкви, не петь в церкви. И только что я вам показывала, я поговорила до начала трансляции с пастором, его супругой, с Destiny церкви, которая здесь у нас находится, в Розвилле. Это просто тоже удивительные люди, которые не закрыли церковь. Таких пасторов американских много, славянских я таких знаю мало. Вот сейчас пытаюсь вспомнить... Но американцы молодцы, надо сказать. Вот смотрите, как начинается вечер прославления с тысячи людей. Я не знаю, сколько здесь тысяч людей собралось, но люди подходят и подходят, потому что только начало. Никаких масок, никаких дистанций, никакой веры и пандемии страха. And I want her.
Привет, Анечка. Так, ты Лайза, если что. Это моя подписчика Лайза. Hi, Лайза. Yeah, nice to meet you. So, okay. Yeah. Guys, are you excited about worship in Sacramento? We went to a wedding. What is that? We went to a wedding. Oh, seriously? Yeah. Wow. Awesome. Yeah. Awesome. Yeah, thank you. So, see you later. Так, вот как раз сенатор Шеннон Гроу начинает вечер. Это республиканский сенатор, который борется за права родителей в Калифорнии, которая со слезами на глазах отстаивала, когда голосовало большинство демократов, я бы сказала, извращенных сенаторов. Один из них является педофилом и ЛГБТшником, который продвигал этот 145-й закон. Она сделала все, что она могла на самом деле. Во время слушания его отключали и выключали, много чего происходило. Но сейчас она открывает этот вечер. Так, и делится так. Because I want to declare something that's going to happen over California after what happens tonight. Yes. We're going to extend grace over our state. So we're going to rapidly go through this. It's going to be fast. But when I say something like California, you guys are going to say grace. Grace. And one more time, California. Grace. The land. Grace. 58 counties. Grace. 482 cities. Grace. Второе, пейте много воды. Жара в Калифорнии.
ребята, всем привет! Примерно так, к сожалению, заканчиваются мои последние блоги. Видео обрывается, его либо блокируют в Facebook. Последнее видео заблокировали в 19 странах. И из-за того, что там как будто бы присутствовал кусочек музыки. Но на самом деле кусочек музыки я не ставила, так как он не монтирован, возможно, машина какая-то проезжала. А это видео, оно просто оборвалось из-за того, что анархистка у меня сломала стабилайзер черная. И у меня получается, мы пробовали его починить, но он получается не стабилизирует, он постоянно падает. И телефон, iPhone, хотя у меня и последний iPhone, но он перегревается от калифорнийской жары в 40 с чем-то градусов, 107 по Фаренгейту, и тоже падает. Так вот, я поняла, что невозможно продолжать работу в таких условиях. Нужно обязательно купить новое оборудование, нужно купить две камеры для интервью, нужно купить мини-камеру для блогерской съемки, которая не будет зависеть от температуры, либо зависеть от связи, либо блокирования, где можно будет потом все смонтировать хорошо, и также новый стабилайзер под эти камеры. Буду очень-очень вам благодарна. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал, кто присылает сообщения, кто делает перепосты, также кто поддерживает практически, потому что без вашей помощи очень сложно, одному что-то сложно сделать, но вместе это огромная сила. Вы сможете нажать кнопочку «Спонсировать», эти средства пойдут на новое оборудование, которое мне действительно нужно сейчас, чтобы продолжать мою деятельность, чтобы продолжать снимать для вас классные интервью. Вот сейчас было запланировано крутейшее интервью, я просто физически пришлось его отменить, потому что вот так подвело мое оборудование. Буду вам благодарна за любую помощь, любую поддержку. На Фейсбуке есть кнопка «Спонсировать», и на Ютубе есть кнопка «Спонсировать», либо в описании видео есть несколько методов, как можно еще поддержать. Для вас это чашка кофе, а для меня, если много людей подключится, это новое оборудование и возможность снимать блоги, возможность менять что-то в информационном пространстве, в сознании людей и влиять в физическом мире на какие-либо законопроекты, борьбе за нашу свободу и за ценности семьи. Я реально верю в то, если объединиться, что можно очень много изменить. И спасибо огромное всем, кто это делает реально вместе со мной. And I know right now there's a bill, SB 145, that's sitting on this desk up there. And I just believe in my spirit that our worship today is going to bring a shift. For the sake of our children's children, it's time to fight. It's time to fight. We cannot sit back any longer and not engage and not prophesy and not step up to the plate and not vote. This isn't even about that. But I'm just saying we are here because we believe that God can bring a shift so that the future of our children's children don't have to deal with the decriminalization of sexual predators. Yes, I'm going there.